Всех приветствую на канале Дороги, Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться вместе со мной по улицам города Саратова 3 апреля 2024 года. Поехали, посмотрим. Температура была с утра 10, бортовой компьютер показывал 18 градусов, но освещение было 11. Вот с правой стороны, смотрите, уже там трубы лежали, что-то делается. То есть это все идет к тому, что будут потом здесь строительство стрелки реконструировать. Так что ждем, потихонечку идет, двигается. Проедем мы сейчас по микрорайон Стрелка. Потом первые дачные, поселок Первые дачные. То есть вот эта дорога, я на карте смотрел, я думал, это дублер какой-то. Ничего она не показывает, что это за дорога. Ну, это параллельная проспект имени 50 лет Октября с левой стороны, вы видите, да? То есть она какая-то оказалась дорога-то и без имени. И показывает, куда бы я не нажимал курсивом этим курсором. И мне он показывает микрорайон Стрелка. Дальше будет это. То есть вот эта дорога дублер. Маленькая дорожка, я так называю. Но оказывается она безымянная. Если верить карте Яндекс. Как-то вот так вот. Вот, и как всегда говорю, в Ютубе, в Дзене, Яндексе выкладывает данный сюжет, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, где кому как удобно, все как обычно. И также ссылочки делаю я на Телеграм-канал и ВКонтакте, и в Одноклассниках. С Ютуба также вот Телеграм-канал и в Одноклассниках. Вот такой этот был день. Обмену возврату не подлежит, исторические кадры. Показывал неоднократно здесь, проезжал. Ну вот я к тому, что решил показать вам. Это сейчас выйдем мы в деловой тупик. Выйдем на проспект имени 50 лет Октября. Потом выйдем на около 3-й дачной, на ипподромный, на мост Пашкурдина. И проедем весь проспект Строителей. То есть это Кировский район. Сейчас мы в Ленинский район. И доедем до Тархова. И следующий сюжет от 3 числа будет... Вся улица Тархова от проспекта Строителей до поворота на кирпичный завод и обратно до рынка Солнечного. Покажу эту дорожку в следующем сюжете, так как пишут и пишут везде, и читаешь в интернете, не только мне пишут, а вообще читаю чаты какие-то там саратовские, что люди жалуются администрации, дорога Тархова. Невозможно ехать в сторону Юбилейного. Ну вот и я вам покажу, в каком она состоянии была на 3 апреля. Здесь мы проезжаем по маленькой дорожке, еще раз говорю. Центральные дороги писали, спрашивали, как там центральные дороги в Саратове. Ну, я вам скажу, проезжал же, недавно показывал проспект имени 50 лет Октября полностью. Но сами видели, вроде ничего. Нормально, направо и вот налево здесь поворачиваю, это деловой тупик. Но очень деловой, и имейте это в виду, кому это надо. Район второй дачный здесь уже. Проезжаем перекресток Деловая улица. То есть, ну, а, да, понятно, деловой тупик, значит, рядом где-то улица Деловая, как обычно у нас. Если улица Курдемская, то там есть курдемские тупики или проезды. Ну, и так вот, как обычно. Решил вот посмотреть, действительно, и проспект Строителей вам сейчас весь покажу, центральную улицу. Как-то вам показывал в 2020 году... полностью, то есть учился ей показывать и показал проспект Строителей от кольца Шахурдина на выезд. Ну, можете найти в Ютубе и сравнить. Здесь я начал от торгового центра. Такая движуха, у кого-то машинки грязные. Кого-то чистые, но мало чистых, так как еще не везде
У нас сухо. Это вот центральные дороги. Вот такие у нас сухие. Относительно чистые. А так, вот уже, видите, мотоциклист пролетел. Все, повыезжали. Пора мне тоже велосипед доставать. Вернее, он-то у меня есть. Стоит, но его надо накачать. Протереть. Приготовить к эксплуатации. Здесь мост. Интересно, когда его будут, вот так же, как Трофимовский мост, отремонтировать. На том мосту мне более нравится, как-то вот он новенький. Да, в музыкальном сопровождении, для, говорю, для Дзена и в Рутюбе выкладываю музыка Алексея Рыбникова. Если не пропустит YouTube, будет, конечно, другая музыка. Как обычно, для YouTube. Так что вот так вот я монтирую, делаю, и потом пробую. То есть Дзен, Рутуб и остальные все это дело хавает, пропускает. А вот YouTube начинает мне там то жалобы, то авторские права нарушены, то еще что-то. То есть не все он пропускает. Музыкальное сопровождение. Камеру проехали здесь Куприянова. Показывал неоднократно. Но если так говорить, а неоднократно я все показывал. Да, уже пробивается каждый день в окно, смотришь и выходишь, где травка уже зеленеет, где у деревьев почки набухает, и скоро вот это все покроется листвой, и вид будет совсем другой. А сейчас пока пользуюсь случаем, пока все вот так вот открыто, все показываю, вот с левой стороны проспект Строитель, там вот я вам показывал, и вон и мойка, и заправка. А деревья, когда все это закроет, и ни дома, ничего видать не будет. Ну, это хорошо. Так что каждое время года у нас это надо пользоваться моментом. Семьдесят пятая школа, остановка здесь. Направо Гусельская, налево Студенная. Или Осенняя улица. Вот, забыл уже. Ну, 75-я школа, остановка точно. Вот, чтобы вас не вводить в заблуждение, иногда забываю. Хотя раньше все тут ножками ходил и все помнил. Мало ходишь, и уже как-то вот название помнишь, а вот где конкретно иногда путаешься. Ну что ж, теперь это вот бывает. И думаю, скоро действительно уже надо будет на велосипеде выкатывать. Ну, что-то дожди, что-то погодка еще так никак не устаканится. Но я к тому, что летом жарко ездить. Вот я по весне или по осени побольше катаюсь подальше. Ну, по осени красивей, листва, а вот ранней весной как-то вот не очень. Да и еще и она и не везде сделанные дороги, где-то еще что-то не отремонтированное. Весна есть весна. Вот проехали бывший кинотеатр Саратов. Здесь сейчас будет остановка, где светофоры, тут остановка техучилища, напоминаю, кто помнит, я помню.
Проедем сейчас перекресток Антона. Вот уже выехали у нас первые пылесосы. Но так я смотрю, как-то они еще, может быть, это первые. Просто много грязи, все не цепляет. Если несколько раз будет каждый день не проезжать, то грязи, конечно, будет меньше. Но иногда смотришь, проходит такое ощущение, что после него больше грязи, чем до него было. Ну, все равно убирается вот это вот вдоль бордюра, видите, там вот эта вот грязь, пыль. Этого летом я не видел. То есть это все действительно неоднократно пройдет этот автомобиль с пылесосом, и это все уберется. Если не убирается, то выходят люди лопаточкой, тоже все это сгребают. И все будет чистенько, и потом еще если покрасят, будет вообще замечательно. Ну вот, сейчас еще перекресток, ну как перекресток, пешеходный переход Чимодурова. Дальше светофор будет, 5-я автобаза называлась. И все, и до кольца Вольского тракта. Такой следующий сюжет я вам уже рассказал. По Тархову. От 3 апреля тоже будет. Смотрите. Здесь парк или сквер строителей, я тут на велосипеде катался, вам показывал. Субботника еще нет, администрация города сказала все на субботник выходить, желающие прибраться, чтобы город был чище. Вот здесь сейчас перекресток, вернее, пешеходный переход, 5-я автобаза, остановка, раньше называлась так, сейчас не знаю. И подъезжаем к Вольскому, к кольцу Вольского тракта. На этом заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя, не болейте. Оставайтесь со мной. Мы уступаем. Здесь, имейте в виду, знаки есть. И до новых встреч, новых сюжетов. Всем пока-пока.